Приветствую всех зрителей канала «Час ремонта». Важным элементом любой кухни является вытяжка. От ее наличия, а также производительности и функционала будет зависеть то, как хорошо проветривается воздух на кухне и нет ли в ней посторонних запахов. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших встраиваемых вытяжках для кухни. Я отмечу главные особенности каждого устройства, а также оставлю в описании ссылки на специализированные ресурсы, где вы сможете посмотреть их стоимость. Если это видео окажется полезным для вас и поможет определиться с выбором новой вытяжки, то не забудьте отметить его лайком. Ну и конечно же подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик, ведь на канале «Час ремонта» регулярно выходят новые интересные видео об инструментах, электроприборах и других товаров для строительства и ремонта. Ну а я тем временем расскажу, на какие же встраиваемые вытяжки для кухни стоит обратить внимание перед покупкой. Первая героиня нашего топа – встраиваемая вытяжка Lex Hubble 600. Она обладает компактными размерами, что позволяет размещать ее даже на небольших кухнях. А благодаря небольшому весу с ее установкой справится даже один человек. Устройство оснащено двигателем мощностью в 103 Вт для создания мощного воздушного потока, а также имеет режимы вентиляции и рециркуляции воздуха. А ее максимальная производительность может достигать 650 кубических метров воздуха в час. Так что такая вытяжка обеспечит эффективную очистку воздуха. К достоинствам данной модели также стоит отнести довольно тихую работу двигателя и две скорости работы, которые устанавливаются при помощи удобной кнопки на корпусе вытяжки. Из других особенностей устройства стоит отметить наличие качественного фильтра от жира, который препятствует загрязнению воздуха, вода и мотора. Кроме того, вытяжка обладает яркой LED-подсветкой, которая красиво смотрится при выключенном свете на кухне. Те, кто уже приобрел и испытал эту вытяжку в действии, отзываются о ней строго положительно, отмечая из достоинств высокую мощность и тихую работу на первой скорости. Так что такая вытяжка не будет мешать своей работе, пока вы принимаете пищу или занимаетесь другими делами на кухне. Следующая героиня нашего топа – вытяжка Mountfield Crosby Power 60. Она выпускается в нескольких расцветках, поэтому вы сможете подобрать оптимальный вариант, который идеально впишется в интерьер вашей кухни. Ее главной особенностью является высокая производительность, которую обеспечивает двигатель мощностью в 126 Вт. За один час работы такое устройство способно пропустить через себя более 1050 кубических метров воздуха. Такая высокая производительность позволяет быстро и эффективно удалить весь загрязненный воздух в помещениях, площадь которых может достигать 40 квадратных метров и обеспечивает комфортное нахождение в них. Причем эта вытяжка может работать не только в режиме отвода воздуха, но и в режиме циркуляции. Из достоинств данной модели также стоит отметить яркую LED-лампу, которая обеспечит хорошую подсветку плиты и вам не потребуется включать основное кухонное освещение. А еще эта вытяжка укомплектована алюминиевым фильтром, который задерживает жир и загрязнение, поэтому можно не беспокоиться, что воздуховод и мотор будут загрязнены. Также стоит отметить, что данная модель имеет простое кнопочное управление и предусматривает 3 скорости, что позволит настроить прибор для более эффективной работы в определенной ситуации. В общем, отличная вытяжка с мощным двигателем. Правда, шумновато во время работы, зато воздух на кухне с такой вытяжкой всегда будет свежим. Продолжает наш рейтинг лучших встраиваемых вытяжек Крона Камилла 2М600. Она имеет два мотора общей мощностью в 180 Вт, которые обеспечивают быстрое удаление загрязненного воздуха с кухни. За час работы через это устройство проходит свыше 1000 кубических метров воздуха, поэтому она отлично подходит для кухонь большой площади. Причем, несмотря на свою высокую производительность, эта вытяжка работает довольно тихо. Функционал устройства представлен режимами отвода воздуха и рециркуляции, а также тремя скоростями работы. Кроме того, вытяжка умеет запоминать последнюю выбранную скорость. Из особенностей конструкции данного устройства стоит отметить наличие двух ярких галогеновых ламп, отличное качество сборки, наличие антивозвратного клапана и двух жироулавливающих фильтров, которые препятствуют загрязнению воздуховода и мотора. Ширина для встраивания тут, как и у большинства аналогичных устройств, 600 мм, а диаметр воздуховода составляет 120 мм. Также стоит отметить, что производителям представлено несколько вариантов расцветки корпуса такой вытяжки. Можно приобрести модель белого, серебристого или черного цветов. Так что можно будет подобрать оптимальный вариант, который идеально впишется в интерьер вашей кухни. А узнать стоимость этой, а также других вытяжек, попавших в данный рейтинг, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании.
Lex Hubble 2M600 – это вытяжка, выполненная из металла и нержавеющей стали, которая отлично вписывается в интерьер любой кухни. Мощность двигателя у нее чуть более 100 Вт, работать она может в режиме отвода и рециркуляции воздуха с максимальной производительностью в 1000 кубических метров в час. Так что такая вытяжка отлично подойдет для просторной кухни и быстро наполнит ее свежим воздухом без посторонних запахов. Также данная вытяжка может похвастаться наличием качественного жирового фильтра, который избавит от разводов жира и копоти на кухонной мебели и технике, а также двумя скоростями работы, которые включаются при помощи кнопки на корпусе. На первой скорости работает это устройство довольно тихо, что позволяет находиться на кухне при работающей вытяжке без дискомфорта для слуха. А еще у нее есть яркая LED-подсветка, обеспечивающая хорошее освещение плиты, и антивозвратный клапан, который блокирует повторное проникновение неприятного запаха в помещении. Отзывы владельцев этой вытяжки строго положительные, и каких-либо серьезных недостатков в ее работе не выявлено. Так что если вы хотите высокопроизводительную вытяжку, которая быстро очистит воздух на вашей кухне, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Далее в нашем рейтинге идет встраиваемая кухонная вытяжка Mountfield VS Fast 60. Выпускается она в трех вариантах расцветки корпуса – серебристой, черной и белой, что позволяет подобрать модель таким образом, чтобы вытяжка лучше сочеталась с интерьером кухни. При двигателе мощностью в 102 Вт она обладает довольно высокой производительностью, прогоняя через себя за час до 850 кубических метров воздуха. Такой производительности будет достаточно, чтобы освежить воздух в помещении площадью до 30 квадратных метров, так что такая вытяжка отлично подходит для больших кухонь. Помимо отвода воздуха, данная модель еще имеет режим рециркуляции, а также два скоростных режима, причем уровень шума даже на высокой скорости у нее не превышает 47 дБ, так что такая вытяжка не будет раздражать вас своей работой, когда вы находитесь на кухне. К другим особенностям данной модели также стоит отнести качественный алюминиевый фильтр, который отлично собирает жир и копоть, а также возможность установки двух угольных фильтров, которые будут эффективно очищать воздух в режиме рециркуляции. А еще у этой вытяжки есть две светодиодные лампы, которые обеспечат яркую подсветку. Еще одна представительница торговой марки Mountfield в нашем рейтинге – встраиваемая вытяжка VS Light 60. Производителем представлен широкий модельный ряд этой вытяжки, окрашенные в белый, бежевый, черный или серебристый цвета. Также есть версии, отделанные стеклом. Благодаря такому разнообразию вариантов вы точно сможете подобрать вытяжку, которая идеально впишется в интерьер вашей кухни. Мощности двигателя у этих вытяжек хватает для эффективной очистки воздуха в помещениях площадью до 20 квадратных метров, поэтому она отлично подходит для большинства квартир в многоквартирных домах. Ее производительность в режиме отвода воздуха достигает 520 кубических метров в час, а также в ней предусмотрен режим рециркуляции воздуха и две скорости работы. Для эффективного сбора жира и копоти в устройстве имеется алюминиевый фильтр, а также предусмотрена возможность установки угольных фильтров. Ну а что касается подсветки, то она осуществляется при помощи яркой светодиодной лампы, отлично освещающей пространство под вытяжкой. Из недостатков можно отметить разве что довольно высокий уровень шума на максимальной скорости. Все-таки сейчас есть вытяжки с аналогичной производительностью, но более тихой работой. Тем не менее, это хорошая встраиваемая вытяжка, которая пользуется большой популярностью за свою эффективность и доступную стоимость. Завершает топ встраиваемая вытяжка для кухни Elica Era CIX-A52, рассчитанная на узкие кухонные шкафы. Она не имеет выступающих вперед или подвижных элементов, что позволяет сделать ее присутствие на кухне практически незаметным. За счет воздуховода диаметром 12 см и двигателя мощностью в 146 Вт эта вытяжка эффективно отводит воздух из кухни, освобождая помещение от запахов готовящейся еды. Максимальная производительность устройства достигает 750 кубических метров воздуха в час, что является отличным показателем для встраиваемых вытяжек. Правда, за такую производительность при компактных размерах придется расплачиваться громкой работой. Уровень шума включенной вытяжки достигает 66 дБ, что может вызвать дискомфорт при нахождении рядом с ней. Радует хотя бы то, что у вытяжки есть три скорости, и на минимальных оборотах она работает на порядок тише. В комплекте с вытяжкой идет алюминиевый жироулавливающий фильтр, который избавит кухонную мебель и технику от пятен жира и копоти. Также для нее
можно будет отдельно приобрести угольные фильтры для того, чтобы обеспечить эффективную рециркуляцию воздуха в помещении. А еще у нее есть светодиодная подсветка, обеспечивающая хорошее освещение пространства под вытяжкой. В общем, это хорошая встраиваемая вытяжка без выступающих и выдвигающих элементов, которая позволит эффективно очищать воздух на вашей кухне. Это был топ лучших встраиваемых вытяжек для кухни. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и напишите в комментариях, какая из вытяжек, по вашему мнению, лучше, и вы бы купили ее себе домой. Напоминаю вам о том, что посмотреть стоимость этих вытяжек вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. На этом у меня все, я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы не пропустить его, рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем хорошего дня, спасибо за просмотр, и до новых встреч на канале «Час ремонта».